Это опять Джамбул Кавторадзе и канал Хибула. Я для вас снимаю наш пляж, как мы его называем. Это самый ближайший пляж к нам. Чем он хорош? Ну, песочный пляж. Потом я обычно камни, вы знаете. Вот, а тут все вот так хорошо. Ну, уже почти закат. Почти закат. Так что... Вот. Я нахожусь вот такой берег. Вот. Сегодня тепло. Вот. Ну, купающих мало. Ну, у нас обычно местные никогда мы не купались раньше, чем ну, конца мая. Обычно сезон начинался в начале, ну, 15 мая, скажем так. Вон там Батумский железнодорожный вокзал. Вот это и есть тот бывший центр района БНЗ. Он немножко расширился, и наша территория входит туда. Мы сейчас находимся в районе БНЗ, что означает Батумский нефтеперерабатывающий завод. Очень интересный вокзал. Вы приезжаете туда на поезде, выходите, и сразу у вас на глазах появляется море. Так что это очень приятно. А вот сам город Батуми, вот это пространство морского порта. Вот, и, ну, в общем, инфраструктура, морской вокзал и все остальное находится вот там. И дальше тоже город расширился, конечно. Но мне что больше всего нравится, это то, что у меня урбанный район, и здесь тихо, спокойно, можно всегда посидеть, отдохнуть. Вот. Сижу, отдыхаю. И не помню, что у меня болезнь Паркинсона. И не помню, что у меня сахарный диабет. Вот. И не помню, что у меня...